Низамова – многодетная семья, состоящая из 8 человек. Папа, мама, четверо дочерей и сын. Сегодня на свой избирательный участок прийти в полном составе не получилось. Старшая уже сама замужем. Я всегда считала, что на выборы надо ходить, надо голосовать, надо свой голос отдавать. Активным избирательным правом в семье обладают родители и сын с дочерью. Диляра в этом году завершает обучение в высшем учебном заведении и впервые участвует в выборах главы государства. Такой ответственный момент на самом деле. Ну, я считаю, что да, важно, нужно отдавать свой голос, потому что это наше будущее. Мы сами ответственны за него. Девиз семьи – когда мы едины, мы непобедимы. Поэтому каждое важное мероприятие они стараются посещать все вместе. Сегодня на выборы пришли и близняшки Низамовы. Они еще только школьницы. Девочкам объясняется, что это за событие и почему важно участвовать в политической жизни страны. Мы очень ждем, когда нам исполнится 18 лет, чтобы так же, как наши братья, сестры, папа и мама, отдать выбор на президента России. Напомню, в дни выборов в Татарстане проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы», приуроченный году семьи. Среди участников разыгрывают несколько автомобилей. К акции активно присоединились и мамадышцы. Семьи приходят на участки, делают общие фото и выкладывают в социальные сети. Например, вот как семья Низамовых. Можете сделать фотографию? Конечно. Гульнара Гильмуллина, Алмаз Камалиев, Ализан Нургалиева. Новости Татарстана.